роды протекают более гладко, потому что нас и слышат, и в первую очередь папа нам помогает. Впереди пеленки, распашонки и порой бессонные ночи. Все это объединяет не только будущих мам, но и отцов. Дмитрий Пономаренко в браке с супругой больше 10 лет и совсем скоро станет папой в 4-й раз. Рассказывает, предстоящие партнерские роды будут уже вторыми в его жизни. Но пройти специальную подготовку вновь считает обязательным. Здесь очень важна поддержка, и после первых партнерских родов жена, собственно, благодарила именно за то, что вот то, что был рядом. И, ну, были там некоторые казусы технического характера, где тоже удалось, в общем-то, помочь, быть полезным. А в остальном, да, поддержать, ну, и как-то прикоснуться к этому таинству. Сегодня будущие родители изучали три важные темы. Как правильно проводить парные роды, психология до и после рождения ребенка и уход за младенцем в первые дни жизни. Спикер семинара отмечает, партнерские роды положительно влияют на взаимоотношения пары. Как показала практика, что папа нам нужен. В первую очередь это психологический комфорт для женщины, потому что она видит знакомое лицо, видит уверенное лицо супруга и понимает, что роды идут абсолютно так, как положено. Появление новой жизни на свет – очень серьезный и ответственный шаг, поэтому нужна соответствующая подготовка. Занятия под названием «Школа пап» проходит несколько раз в месяц в женской консультации. Абсолютно бесплатно. Лада Дудко, Андрей Безуглов, телекомпания «Одинцова».